Сергей Минялов вручил почетные награды медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Указом президента страны за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орден Пирогова получили 8 человек. Вручили также почетные грамоты и благодарности президента. Сергей Минялов поблагодарил медработников за тяжелый труд, самоотдачу и профессионализм. То, что вы самоотверженно работаете, все, кто работает в здравоохранении сегодня, начиная от санитарки, заканчивая врачом, вот, и то, что вы делаете все, чтобы спасти жизни людей, это факт. Это факт. Поэтому хочу вам высказать вот искренние слова благодарности. Я знаю, что это такое. Вот ваш труд, поверьте. Конечно, есть слова благодарности. Это в основном коллектив, с которым я работаю. Не было бы коллектива, с которым я работаю с первого дня, не было бы, наверное, этой награды у меня, которая очень, конечно, обязывает к дальнейшей работе. Но я еще раз хочу сказать, что без коллектива, без людей, которые с нами с первого дня, особенно в первый тяжелый момент. И сейчас уже понятно, все полегче, получше, поспокойнее, мы уже знаем, что делать. Но те люди, которые с первого дня работают в ковиде, неважно, врач, санитарка, медсестра, раздатчица, они, это колоссальный труд, который они вложили в это во все. Потому что благодарность людям, которые работают в ковиде.